Сможем ли мы на машинах перепрыгнуть вот эти вот скибиди туалеты? Их тут всего 4, нам нужно долететь вот сюда, да, вот на эту песчаную территорию, ё-моё. Помните, недавно перепрыгивали один скибиди туалет, а тут их просто несколько, да. Короче, вот такая вот у нас дорога получается с трамплином, такая вот она большая, по которой сегодня мы поедем на наших машинках. Да, ребят, всем здорово, с вами Райлюха, и это эксперименты в игрушке GTA 5. Ну что, какие у нас сегодня машинки? У нас сегодня вот такой вот автобус, вот такой прикольненький автобус советский, отечественный. Потом у нас буханочка ОМОНовская. Ё-моё, а это чё? Это Феррари! Ты глянь, какая у нас крутая Феррари тут стоит! Просто опупеть, какая мощная машинка, просто опупеть! Тут у нас банан, тачка банан, смотри, можем просто покататься на банане, и тут еще несколько, 4 места, блин, ребят, кого покатать, садитесь, отвечаю, покатаю всех. Тут у нас Мерседес, смотри, какой заряженный, просто Мерин, ё-моё, какая крутая машина, спортивная, офигенская. Потом у нас BMW i8, конечно же, легендарная машина, бэшечка. Потом у нас Ламбоурус, просто прокачанная, я не могу. Квадрик, ну как же без квадрика. Потом у нас Мерси из будущего. И какая-то, какой-то Макларен, получается, радужный. А, ребята, это походу реально радужная тачка. Если ей вот так фары включить, она просто вот вся светится. Ты глянь, как сияет. Ёма, вот это точило. И на бонус у нас, конечно же, вот такая получается конструктор-машинка. Это вот такая вот машиночка прикольненькая, да? Или не конструктор? Ну, короче, вот такая прикольненькая машиночка. А, вот конструктор, я перепутал. Вот у нас лего-конструктор тачка, пожарная машинка. Вот такая, во. Опупенная. Любишь лего? Во, вот такая машинка. И тут у нас картинг, поэтому видосик будет просто опупенный. Если ты впервые на моем канале, обязательно подписывайся. Ты точно не пожалеешь, видосики выходят очень часто, каждый день. И очень крутые, интересные. Поэтому да, не забывай про подписку и про лайкосик тоже не забывай. Ну что, на какой тачке мы сначала поедем? Давай поедем сначала мы на вот этом картинге. Мне кажется, вот прикольно. Кстати, ты заметил то, что у нас по дороге расставлены вот такие ускорялочки, вот такие вот ускорялочки. Это у нас такие бусты на скорость. Ладно, погнали. Поехали, ребята. Оп-оп, разгоняемся. Сколько же перелетит машинка картинг? И вообще, хотя бы один-то она перелетит или не перелетит? Вот я, ребят, не знаю. Сейчас как раз и узнаем. Но разгоняется она на самом деле слабенько. Давай, и... Ровно 300 километров в час пролетает у нас машинка картинг, и она даже не долетает до первого, ё-моё. Скибиди туалета, скибиди бом-бом, ё-моё. И мы падаем в воду. К сожалению, этот картинг не смог даже долететь, ё-моё. Ну ладно, вылезаем. Ну-ка, вот эта машинка спортивная, вроде как прикольно выглядит. Она вот такая вот мощная должна быть. Праворульная, что ли? Прикольно. Так, поехали, ребят, на ней теперь. Затестируем. Опа-на. Так, разгоняется она быстрее, чем картинг, уже скорость выше, чем у картинга, это опупенно, это реально, ребят, замечательно, поэтому давай, 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 на трамплин, почти 400 километров в час, и куда же мы тут долетим, и мы, походу, опять не долетаем, да, а, мы, подожди, да, мы не долетаем, мощности не хватает у этой машинки, даже первого скибиди туалета мы никак не можем перелететь, к сожалению, ё-моё, ой, какой он гигантский. Так, ну хорошо. Давай тогда мы возьмем что-то покруче. Например, BMW i8. Мне кажется, очень мощная машинка. Так, давай занимаем позицию, ребята. Опачки. Наверное, ты и без меня знаешь, что эта бэха очень крутая и вообще опупенная. Поэтому поехали. Просто поехали. Ё-моё, вау! Давай, давай, давай. Ничего себе летит. Вау! Давай. 400 километров в час! 450! 500 будет? Ребят, почти 500 км в час у нас разгоняется бэха i8. И посмотри, первый скибиди туалет! Ё-моё, в лоб! Прям в лоб, ё-моё, прилетели, ребята! Просто капец! Давай хоть...
останемся вот так на унитазике. И получается вот так вот. Мы врезались в первого скибиди туалета, но не перелетели, к сожалению. Нужно тачка побыстрее. Кстати, для тех, кто новенький, я хочу тебе кое-что сказать. Вот ты любишь, да, крутые машины? Любишь прокачивать свои тачки или своего персонажа? Ну, короче, играть в крутую гиташку, да? Тогда просто послушай, что я тебе сейчас расскажу. Тебе точно понравится. А ты хорошо разбираешься в машинах и в их тюнинге? На Hustle Online для таких автолюбителей, как ты, представлен большой выбор автомобилей и тюнинга. От самых простых для дрифта и до самых быстрых и красивых спорткаров. Первые деньги ты можешь заработать, вводя мой промокод Райлюха на 14 сервере. И начать жизнь настоящего перекупа прямо в игре на рынке продажи вторичных автомобилей. Покупая машины со свалки, восстанавливаешь их, прокачиваешь по своему вкусу и продаешь другим игрокам на сервере. Начни играть и воплощать мечты жизни в игру. Прямо сейчас вместе со мной. Переходи по ссылке в описании, скачивай и наслаждайся игрой. Ну а если у тебя нет компьютера, в эту игру можно играть на телефоне. Вбивай в Google Play или в App Store название Hustle Online и скачивай. Жду тебя на 14 сервере. Мерседес, ну-ка садимся в Мерин. И давай мы его затестируем, так? Такая мощная вообще тачка заряженная. Погнали! Сразу же просто летим, летим, летим! Вау! 400, уже 400 км в час. Че, 500? 500 км в час, ребята! Вау, 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 вау! Давай, 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 полетели! И походу мы перелетим только одного скибидишечку. Да, ребята, смотри, перелетаем одного, получается. Опа-на, прям по нему. Ёшкин дрын, ребята. Эти морды меня реально преследуют. И падаем просто в другой унитазик. Вау, смотри, как идеально. Нет, ну почти идеально. Ё-моё, падаем в унитаз просто. Ё-моё, ну мы, получается, один, получается, унитазик перелетели, скибидишечку, да, у нас, и во второй упали, ёшкин дрын. Ну, конечно, круто, хотя бы одного перелетели. Я надеюсь, там будут тачки, которые все перелетят, а ты как думаешь? Машина-банан, бананчик-бананчик, тогда, Райлюха, в бананчик садись. Ну, давай, чё ты в него бежишь-то? Так, как в него сесть-то, ребята? Банан, чё такой-то лаганый? Давай, садись! Ну, телепортируйся, что ли? Так, походу, с помощью чита придется сесть. Все, садимся, немножко у нас так игра багана. Все, погнали, на банане! Бананчик, давай, давай. Я надеюсь, у него все получится. Так, давай, давай, 600 км в час. Давай, почти 700. 700 км в час практически мы развили на банане. И прикинь, мы... Так, идеально перелетели первый скибиди туалет. И, блин, просто, ё-моё, врезались в нос второму скибидишечке. Блин, нам нужна какая-то машина вообще мощнейшая, которая перелетит абсолютно все скибиди туалеты. Но какая это будет? Вопрос интересный. Может быть, Мерседес из будущего хорош в этом экспериментике будет. Ребят, ну-ка давайте-ка мы посмотрим. Вообще вот такой Мерин, смотри, какой он странный на самом деле. Нету руля, как тут рулить вообще? Че он рулит? Искусственным интеллектом, что ли? Все, ребят, погнали, погнали, 600, 700, фига себе, тачка мощнейшая просто. И погнали, ё-моё, какая-то она тоже неуклюжая. Только вот смотри, все, перелетаем, только один туалетик. Нам, значит, нужно срочно в Ламбоурус, потому что она читерская, и ё-моё, о, мы внутрь унитаза падаем. Капец, ё-моё. Ну-ка, давай разворот. Опачки, замечательно. И прямо сюда, вовнутрь. И бульк. Да, все замечательно. Ну, конечно, замечательно. Ну как, блин, перелететь-то, ребята, помогите. Ладно, давай возьмем прокачанный Ламбоурус с нитроускорением, который... Так, давай занимаем позицию. У него еще нитро есть. Прям такое мощное. Вы готовы? Вы готовы, ребята? Я, кстати, вижу то, что до сих пор кто-то лайки не поставил. Ребята, вот, вот походу мы из-за вас не можем как бы нормально перелететь, потому что вы лайки не поставили. Давайте, ребята, лайки обязательно нужно ставить. Давайте, ребята, поддерживаем ролик. Погнали. Ламбоурус. Ламбоурус! Просто 1500 километров в час, ё-моё! С нитроускорением, и мы перелетаем абсолютно всех. Да, ребята, читерский Ламбоурус справляется с этой задачей на ура, как ты видишь. Вообще, легчайшим образом. И мы приземляемся прямо в эту пустыню. Да,
Замечательно. Давай, прям в пустыню. И бульк! Ё-моё, все, мы в пустыне, ребята. Мы в пустыне. Первая тачка есть, которая проехала. Ой, это было... Это реально, ребят, тайм-код. За такую скорость мега-мощную. Опупеть, я аж в шоке, реально. Наконец-то мы их перелетели. Но у нас еще есть много машин, других. Пожарная машина из Лего-конструктора. Вот такая машинка, знаешь, такую маму выпросил купить Лего-конструктор. Собрал и теперь катаешься. Давай-давай, погнали все на экспериментик. Фига, а что это? А что она такая быстрая-то? Это как? Это как, ребята? Она просто каким-то нелепым образом подпрыгнула без рампы. Итого у нас получается, эта пожарная тачка перелетела два унитаза. Это просто капец. Это реально жесть какая-то. Ё-моё. Фига, провода какие-то жесткие. Капец, а чё она такая быстрая? Я вот этого не понял. Читерская, что ли? Походу. Буханочка ОМОНовская. Так, давай мигалочки врубаем обязательно. Так, она тоже, походу, быстрая. Капец, даже буханка быстрая. Ничего себе, она мчится. 1000, 1100. Уу! Это как? Это как? Все двери нараспашку, ё-моё. Капец, пацаны. Это реально жестко. Ё-моё, ну мы опять два скибиди перелетели. Туалета, унитаза. И чем? А, мы сейчас, походу, вовнутрь упадем третьего скибиди туалета. Ё-моё. Реально, прям в унитаз упали. Ёшкин макарёшкин. Оу! Капец. Это было мега эпично, на самом деле. Круто, прикольно. Ну что? Я аж офигел. Ладно, переходим к следующей тачке, друзья мои. Давай на квадрике. Что-то мы на квадрике давно не катались. Ну-ка. Опа. Вау! Ничего. Что с квадриком? Оу! Он какой-то мега... Мега быстрый. Ну-ка, ребята, ладно. Я его хоть удержу? Или не удержу, ребята? Капец, он быстрый! Как им управлять-то? Ребята, он мега быстрый. Ё-моё, он просто вылетел. Он вылетел. А-а-а! Ребята, что с ним делать? Что такое? Искрится все. Капец. Все, квадрик полный, отстой, конечно, быстрый, но, блин, я с него упал. А автобус Пазик вот такой вот, получается, едет он в поселок Строитель. Ну, давай, занимаем позицию и поехали, получается. Погнали! Вау, ничего! Вау, откуда? Что-то быстрый какой-то сильно. Раз скибиди, два скибиди. Ё-моё, ребята, это жесть. Это реально жесть. И мы опять, что ли, упадем? А, опять два скибиди перелетели. А три когда перелетим? А три мы никогда, что ли, не... А, ну, кстати, перелетели, в принципе, голову только. Ё-моё! Вылезать пора! Вылезать пора! Ё-моё! Да не сейчас, уже поздно мы упали с унитаза. Капец. Бабах! Одновременно, кстати, да, упали. Офигеть. Ну-ка, давай-ка на Феррари. Садимся в мощную Феррари вот такую. Занимаем позицию и едем! Погнали, скибиди, жди нас! Сколько там скорость была? Там почти 2000 была скорость. Мы перелетели всех скибиди, собственно. И мы даже перелетели вот эти островки все. Ой, не островки, всю пустыню перелетели. И куда мы летим, я не понимаю. Вообще куда-то за карту. Ё-моё, друзья, это капец. Мы реально просто летим куда-то за карту. Мы сейчас в воду упадем. Ребята! Ребята! Помогите! Ё-моё, это какой-то капец. Итак, бабах! Да, просто утопились в воде, ё-моё. На нашей Феррари. А у нас там еще читерский Макларен. Ой, ребят, вы сейчас просто опупеете, отвечаю. А вот и читерский. Да, Макларен, получается. Он мега управляемый. То есть он вообще, смотри... Смотри, как управляется хорошо. Это вообще мощь, а не машина. Вы готовы к этому монстру? Я вот на самом деле не готов, потому что он сейчас просто, я думаю, за карту улетит. Вообще, он всю карту может перелететь, отвечаю. Так, ну что, готовы, ребята? Готовы, готовы? Вы готовы? Погнали! Ускорение тоже врубим! О-о-о! Куда? Не понял. Что-то он сейчас завис, да, как-то? Ё-моё! Давай, погнали!
Да ё-моё! Ребята, смотри, какие-то птицы появились! Ё-моё, капец! Ребята, это жесть какая-то! И мы летим на Макларене и перелетаем абсолютно всех, получается, скибиди, что ли? А? И за нами еще птички! Ё-моё, реально птички! Давай, читерский Макларен! Давай! Вон еще одного перелетим! Ну, даже Феррари круче было, если честно, чем этот Макларен. Ну что, получается, мы за Макларена перелетели. А, ну все только не приземлились, ё-моё. Да, приземлился только Ламбоурус. Ну что, ребят, какая тачка вам больше всего сегодня понравилась? Пиши обязательно в комментарии. Мне больше Феррари, да, просто крутая машина. Ну что, спасибо за лайки, за комментарии, за подписки. С вами был Райлюха. Будьте такими же крутыми. Всем желаю удачи, не болейте и до скорого. Всем пока, ребята!